Всем привет! Сравнение устройств Motorola Moto G4 Plus и Apple iPhone 6s. Давайте начнем сравнение их внешнего вида. Motorola Moto G. Материалы корпуса — это пластик, задняя крышка сделана из рифленого пластика. Вот такого вот. Достаточно практичный материал, потому что на таком материале пальцев незаметны отпечатки пальцев, а также в случае, если он вдруг поцарапается, где-то повредится, можно просто заменить заднюю крышку. Также на задней части устройства находится блок камеры, камера лазерный автофокус LED вспышка. На передней части 5,5 дюйма экран, датчик отпечатка пальцев, над экраном разговорный динамик, фронтальная камера. Слева нет ничего, справа кнопки регулировки громкости и кнопка включения. Сверху джек для наушников, снизу порт microUSB и, в общем-то, все. По внешнему виду также задняя крышка насъемная, давайте ее сразу и снимем и перейдем к внешнему виду iPhone 6s. Под крышкой несъемная литий-ионная батарейка на 3000 мАч, два слота для микро-сим-карточек, слот для microSD-карточки и слот для microSD-карточки для расширения памяти. Такой функции в iPhone 6s нет, потому насколько iPhone доступен на 16.32, на 16.32, 64, 128, а тут память идет 16 гигабайт, и эту память можно расширить с помощью microSD-карточки. iPhone 6s – это цельный металлический корпус, на задней части находится камера LED-вспышка, логотип компании, спереди 4,7 дюйма дисплей, кнопка управления, а также датчик отпечатка пальцев, над экраном фронтальная камера, LED-индикаторы, а также разговорный динамик. Слева кнопки регулировки громкости, ползуно для перехода в беззвучный режим. Справа кнопка включения и слот для нано-сим-карты. Нано-сим-карты iPhone на одну нано-симку, в то время как Motorola Moto G4 Plus на две сим-карты формата микросим. Сверху нет ничего, снизу порт Lightning, динамик, микрофон и джек для наушников 3,5 мм, так же как и здесь, только здесь он сверху. Вот по габаритам устройство так вот соотносится. Видим, что чуть побольше будет где-то на 1.5 сантиметра в высоту Motorola Moto G4 Plus. Ну, экран у него, соответственно, тоже больше. И в ширину где-то на сантиметр тоже шире Motorola Moto G4 Plus. И по толщине видите, что, конечно, iPhone намного тоньше. Вот. Включим устройство. Включим их одновременно. Включается, посмотрим, кто будет быстрее. Стоимость смартфона 7500 гривен стоит Motorola Moto G4 Plus. Это примерно $300, чуть меньше, 290. iPhone 6s сейчас новый можно приобрести где-то за 13-14 тысяч. Наверное, так, честно, не посмотрел даже. Вот. Но где-то так, да. Это на 16 гигабайт новое устройство. iPhone загружается быстрее. Нагоняет Motorola. Разблокируем. Версия iOS установлена 10.2.1. Версия Android о телефоне 7.0. В общем, такие вот дела. Ну, в обеих устройствах меню все работает отлично, никаких глюков, лагов нет и даже намеков на это, поэтому переходим к Antutu Benchmark, посмотрим результаты. Ну, это разные Antutu Benchmark на разные телефоны, но так, чисто для справки покажу. Более подробно в сравнении это какие-то игры будем открывать. 133 тысячи, почти 134 у iPhone 6s и 45 тысяч. Так, пошли какие-то обновления, сейчас закрою. 45 тысяч у Motorola Moto G4 Plus в Antutu Benchmark. Обновляются какие-то. Нет, ничего не обновляется, хорошо. Закрываем все открытые программы. То же самое делаем на iPhone. И давайте теперь посмотрим в сравнении скорости интернета. Откроем сайт apple.com. Сделаем это одновременно. Вот загрузился сайт. Ну, по работе на сайте все отлично.
откроем ссылку одновременно, посмотрим, кто будет быстрее. Примерно одинаково. Вернем назад. iPhone возвращает моментально. Еще раз нажмем на эту ссылку. Тут чуть быстрее Motorola. Ну, тоже примерно одинаково. Можно доли секунды было быстрее Motorola. В общем, по скорости интернета и по качеству работы одинаково. Не отдам никому предпочтения. Теперь о производительности в играх. Запустим GTA San Andreas, и я расскажу о технических характеристиках устройства. Здесь установлен процессор Qualcomm Snapdragon 617, работающий на частоте 1,5 ГГц, это 8-ядерный процессор, 2 ГБ оперативной памяти, встроенной памяти 16, из которых доступно 10. iPhone 6s – это процессор Apple A8, работающий на частоте 1,3 ГГц, Apple A9, работающий на частоте 1,8 ГГц, это двухъядерный 64-битный процессор, оперативной памяти 2 ГБ, встроенный 64. Вот, пропускаем это. И запускаем игру одновременно. Не получилось, потому что вот открылось окно «Новая игра» на iPhone 6s. Что касается экрана, в 5,5 дюйма IPS-матрица с разрешением Full HD у Motorola Moto G4 Plus. У iPhone это 4,7, а также IPS-матрица, разрешение 750 на 1334 точки. По плотности пикселей выигрывает Motorola Moto G4 Plus. Максимальный уровень графики на обеих устройствах. Давайте посмотрим на качество работы. Motorola я уже смотрел, как работает игра, и в обзоре, и в тесте игр. Вот. И, в общем, на максималках играть можно, но игра подтормаживает, особенно когда появляются какие-то машины. Поэтому лучше ставить настройки графики такие, как идут по умолчанию. То есть средние или высокие, но не максимально. На максималках игра подлагивает. iPhone 6s работает отлично. Игра супер оптимизирована. Глюков, лагов нет, можете смотреть. И, конечно, намного приятнее играть на iPhone 6s, чем на Motorola Moto G4 на таком вот уровне. Тут графика максимальная, но если мы выставим на Motorola среднюю, то также по плавности будет отлично, как и на iPhone, но по графике проигрывает. Ну, ситуация с играми на iPhone будет лучше. Это практически во всех играх будет такая, ну, такая вот ситуация, что графика будет получше и плавность тоже будет лучше. Так, тут нас убили, ну, ничего страшного, закрываем GTA San Andreas и закрываем открытые программы. Теперь откроем камеру. Камера у Motorola Moto G4 Plus это 16 мегапикселей. Вот, и сейчас я покажу вам примеры снимков на камеры этих устройств. У iPhone это камера 12 мегапикселей. И, в общем, посмотрим в сравнении снимки этих двух устройств. Что касается автономности устройств, то Motorola тут выигрывает в том, скажем так, нормальном использовании. Для меня Motorola может продержаться 1,5 дня, то есть это немного интернета, музыка, смс-ки, там, иногда запустить какую-то игру. В общем, в таком режиме Motorola держится 1,5 дня, iPhone 1 день. Вот, в общем, где-то 1,5 раза по автономности Motorola превосходит iPhone 6s.
Вот. А на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!